О создании комфортных условий жизни селян, обеспечении их работы и развитии сельских территорий речь шла и на встрече главы республики с директором Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России Дмитрием Тороповым. Михаил Игнатьев рассказал гостю о том, что уже сделано и над чем еще предстоит работать, чтобы люди хотели жить на селе. В частности, об указе, который подписал накануне. Запускаем проект строительства культурных досуговых учреждений, как многофункциональные центры в сельской местности. На первом этапе 10. В проекте бюджета 2016 года уже 3 заложили, где проектная сметная документация готова. Дальше пойдем. 100 ФАПов построили, еще 50 построим, соответственно. Не говоря уже по программе устойчивого развития сельских территорий, это населенные пункты, это благоустройство, инициативы жителей сельских поселений, прежде всего, водоснабжение, ну и параллельно развивается сельское хозяйство. Отставать нельзя. Я, прежде чем ехать, посмотрел результаты по производству, по обустройству. Меня это радует. В принципе, производство сельхозпродукции идет на динамика хорошая. Идет, скажу, ну, не сравнится, конечно же, с такими соседями, как Татарстан, но, в принципе, на равных идем. Смотрю с соседями Мариэлы, с Мордовии, Нижний Новгород, очень хорошо. Ну, а что касается уже обустройства, я скажу, мне всегда было приятно отмечать республику, что много строится жилья. Вы лидеры после Рязани по комплексным компактным застройкам. Сегодня Дмитрий Торопов также принимает участие в работе 5-го межрегионального сельского экономического форума «Шагырданский диалог».